А почему ты молчишь? О, так это как в игре. Это таксист Жора. На самом деле у меня свой бизнес. А это так, чтоб город лучше узнать. И уже 20 лет он возит людей. Куда прешь, муть? У Планта остановите. Но иногда с ним случаются странные вещи. Что за... Э! Телефон! Че только не придумают. Не-не-не, че за аниме? Э! Забери обратно! Меня пацаны не так поймут! Пацаны поймут правильно. Easy Drop. Ссылка на сайт и промокод в закрепленном комментарии. В отеле норм кормят? Ну да, да, вкусно. Особенно белком, да? Ты че, сука? Нет, там, ну, я кашку там перекушу, например, какую-нибудь овсяную там или молочную, рисовую кашку, сэндвич какой-нибудь поем. Сегодня были сэндвичи очень вкусные с лососем. Ну вот. Мы сегодня ничего не ели, если что. Вот, и все. Я поела и сразу пришла к нему доставать, вредничать, типа. Налила себе кофе латте. Ну, я просто в отеле не напилась. Вот. Да. Правда, это я свое пиво привезла. Не, он как бы пиво не пьет, и я тоже пиво не пью. Но тут как-то одной штуки нет. Да, странно очень. Странно. Ну да, интересно. Блин, это надо забрать тоже. Да. О, Red Bull. Вот так вот. Red Bull, чат. Вы что со мной спорите? О, так это как в игре. Играй. Ебать, я как будто в КС в реальной жизни играю. Да, ёб твою мать. А как тут выкупаться? Так же? Армор одинаковый? Вадим! Блядь, а как мне водиться? Вадим! А, у меня тут есть армор? Полный. Охуеть. Само закупается. А я, кстати, ни разу не видела ДМ в Валоранте. А почему ты молчишь? Что ты делаешь? Вадим. Ты что? Вот я тебя так не отвлекаю? Хочешь, буду отвлекать? Как? А? Я поднял камеру в этот момент. Она так и обосралась. Это пизда. Бля, ебать, это охуенно. Я как будто в игре. Да я похуй, мне не тебе говорю. Давай. Big facts. Блять, аккуратно, блять. Сука, блять. Что? Да ничего, блять. Там ничего не видно. У меня же резинка, блять, ты что? Да. Что? Да. Это ты, блять, стул убираешь, а потом. Ну так мне надо играть. Время. Вставай. Жопу свою, блять, убери. Да они еще не играют, Вадим. Да играют уже. Нет. Это, кстати, что за очки? Флексерские. Они называются Dame Sam. О, можно нанять нового агента. Давай вот эту разблокируем. Нахуй не нужна она. А кто нужен? А кто это? Скуй. Скуй?
Она тоже какая-то хуйня. А вот это Умен. Не хочешь Умен? Нет. А вот этого долбоеба? Или вот этого долбоеба? Алло! Нихуя вошел, блядь. А какого долбоеба тебе открыть? Давай вот этого открой. Я сейчас открыла Умена. А! Что? Зачем ты меня опять мышку забрал? А, все, иди уже играй, все. Там, походу, все играет? Все садятся, да. Вот эту дверь, туда пиздуй. Куда ты? Спасибо тебе.